план мероприятий, которые мы вместе с писательскими союзами, вместе с работниками культуры начали формировать еще в прошлом году. Он очень объемный, большой, всеобъемлющий. Он построен таким образом, чтобы прикоснуться к литературе, прикоснуться к нашей великой культуре мог каждый житель Тюменской области, вне зависимости от того, где он проживает, в областном ли центре, в малом ли городе, в сельской ли глубинке, чтобы у каждого была такая возможность найти свою любимую книгу, своего автора и открыть для себя новые имена. И, конечно же, реализовать вот этот план, который расписан на весь год, невозможно без активного участия всех и писательских организаций, писателей, без участия работников культуры, без участия руководителей образования, потому что такой охват, который мы должны поставить целью проведения мероприятия, осуществить только на административном ресурсе невозможно. Вот литературу мы должны создать с вами вместе. Поэтому и сегодняшняя наша встреча, открытие года литературы в Тюменской области, это действительно в большей мере продолжение диалога, как мы этот год с вами проживем, каким образом мы сможем с вами провести эти мероприятия. И в конечном итоге мы должны достичь той цели, чтобы внимание к литературе было достойным и чтобы действительно возобновить интерес к чтению у людей самых разных возрастов.